Че ты офигела? Картошка. Это мы уже в Лидле гуляем. Дети офигевают. Да ладно. Кстати. Слушай. Ну дорогое, 20 евро. Вот я что-то такого, типа такого хотел. Нет. Ну это маленькое, все повыше бы надо. Ну типа такого я и хотел. О, эти же вот мама этот утюг-то мне предлагала. Угу. Здесь всякие эти вот равиоли. На четку нету. Ну нифига не понятно, что это за такие. Да, ну можно завтра будет зайти. Что-то прикупить. Я там, у меня дети. Ну, что, дети? Ничего, как-то скудновато. Ну, так это ж Лидл. Что ж вы хотите? Ну, пошли дальше. Маме экскурсию. Ну, что-то хотите, нет? Хотите сейчас что-нибудь погрызть? Я не спрашиваю, дорого, дешево. Я спрашиваю, хотите что-то погрызть? А? На ходу. Ну хотите вон какую-нибудь отраву купите? У нас такая есть, нет? Такая, да, но я такой не ем. Какой-то снэйк. Смотри, что-нибудь местное, Настя. Чтоб травануться, да? Ну да, вон смотри, какие вон чипсы здоровые. Ну, сынка, хорошо берут. Коробки-то пустые. Снэйк дэй. Что это? Паттер. Классики. Ну. Ну, вы все, это две штуки берете. Ну, пошли то. Да возьми, это прикольнее, красное. Вот это моя самая любимая классика. Тебе лежит? Это ала пицца. Окей. Цуркасса? Цур. Цуркасса. О, слушайте, какие здесь эти макароны дешевые, надо дома набрать. Да, правильно, у тебя дома там макароны есть? Нету. Ну все, давай, за цуркасса. Ух ты. Настя, да, давай на ту сторону переходи, а я обойду. Да, народу много. Все что-то покупают. Настя, Анна. Все, пока.